Всем привет! Сегодня вместе с вами приготовим быстрый домашний хлеб. Для этого рецепта нам понадобится 500 грамм просеянной муки, 100 грамм сухих дрожжей, 1 чайная ложка с горкой мелкой соли, 2 чайные ложки сахара и 350 мл теплой воды. Для начала необходимо в большой миске соединить просеянную муку, соль, сахар и сухие дрожжи. Затем необходимо добавить теплую воду. Аккуратно перемешивать ингредиенты ложкой до образования липкого теста. Может потребоваться несколько минут, чтобы тесто хорошо смешалось. Накройте миску пищевой пленкой и полотенцем и поместите ее в теплое место на протяжении 1 часа, чтобы тесто поднялось. Должно увеличиться в объеме примерно в 2 раза. После того, как прошел 1 час, посыпьте рабочую поверхность немного мукой и положите тесто на нее. Слегка расплющите тесто и сложите его 7 раз. Это поможет придать тесту дополнительную структуру и подготовить его к выпеканию. Сформируйте тесто в шарик и сделайте несколько надрезов на его поверхности. Это также поможет тесту равномерно выпекаться и получить красивую корочку. Позвольте тесту отдохнуть примерно 10 минут на рабочей поверхности в миске. В это время разогрейте духовку до температуры 230 градусов. Перенесите тесто в миску, покрытую пергаментной бумагой, и накройте фольгой. Поставьте миску с тестом в разогретую духовку и выпекайте при температуре 230 градусов в течение 30 минут. После этого уменьшите температуру до 200 градусов, снимите фольгу и выпекайте хлеб еще около 10 минут до золотистой корочки. Когда хлеб будет готов, выньте его из духовки и оставьте остывать на решетке. Всем приятного аппетита и хорошего настроения!